Приветствую! Вы на канале Realistic PS. Вот уже и месяц прошел с того момента, как я представил вам первую версию собственного патча под названием MyPS 2021 RPL Edition. Да, незамысловатое такое название, но тем не менее. Хочу выразить благодарность всем тем, кто опробовал этот любительский патч, оценил его и расписал все минусы и плюсы, которые я, конечно же, рассмотрел при разработке второй версии. Изрядно постаравшись, я готов представить вашему вниманию MyPS 2021 RPL Edition версия 2.0. В рамках этого ролика я расскажу о новом контенте второй версии и вкратце объясню, как его устанавливать. Так же, как и первая версия, она абсолютно бесплатная. Поэтому взамен я прошу лишь вашу активность в виде положительных комментариев, лайков под этим видео, ну и подписки на канал, если вы здесь впервые. Поскольку возможности PlayStation 4 в плане патчмейкинга очень ограничены, чрезмерного количества контента ожидать не стоит. И поскольку этот патч во многом ориентируется именно на консоль, здесь не будет ни стадионов, ни реальных лиц, ни какой-либо графики в виде Кубка России или оформления чемпионата. Но тем не менее, то, что вас ожидает во второй версии, я думаю, вполне порадует. Ну так вот. Вторая версия патча MyPS 2021 RPL Edition исправляет ошибки предыдущей версии, а именно баг с 17-летними футболистами и отсутствие какой-либо графики у клуба ФК Урал. Но помимо исправления уже имеющихся ошибок, он, естественно, добавляет и что-то новое. Например, изображение нового менеджера Уфы и Динамо, а в частности Рахимову и Шварцу. Также я решил добавить комплекты форум для таких клубов, как Рубин и Арсенал. Даже несмотря на то, что по сравнению с прошлым сезоном, их комплекты никак не изменились. Тем не менее, теперь у них более правильные цвета, а также присутствуют все необходимые спонсоры. И на этом с формами мы не заканчиваем. В данном патче, так скажем, на эксклюзивных правах, присутствуют ретро-формы топовых клубов. Наш подписчик и по совместительству модератор канала Regni21 любезно предоставил 4 комплекта форм для таких клубов, как ЦСКА образца 2005, Зенита 2007, Спартака 1998 и Локомотива образца 2004 года. Однако, эти формы доступны и вне патча. Скачать их можно на сайте psrus.ru. Изначально на этом весь контент патча и заканчивался, но в один момент я все-таки решил заняться лицами в нашей лиге. Таким образом, около 30-40 лиц в РПЛ были отредактированы во внутреннем редакторе игры. У кого-то лицо изменено с нуля, а у кого-то просто сменили прическу. В любом случае, с полным списком обновленных лиц вы сможете ознакомиться в описании для этого патча. Ну и как вишенка на торте, это игроки из серии Iconic Moment, так сказать Russian Edition. Во второй версии патча были добавлены 6 игроков, которые еще не так давно светились в нашей лиге. Это, конечно же, легенда питерского «Зенита» Александр Кержаков, золотой мальчик начала 2000-х Марат Измайлов, легенда «Спартака» и «Самарских крыльев» Андрей Тихонов, один из лучших нападающих в истории ЦСКА Вагнер Лав, не реализовавший и половину своего таланта Дмитрий Сычев и экс-форвард московского «Динамо» и по совместительству легенда сборной Украины Андрей Воронин. Конечно, лица далеко не точь-в-точь, но я старался. И вот все, что из себя представляет данный патч. Скачать вы его можете на сайте psrus.ru, ссылка будет в описании. Сейчас же вкратце расскажу про его установку. В принципе, здесь ничего сложного нет. Вам необходима флешка, на которую вы сбросите все файлы и вставите в свою консоль. Уже в игре отмечаем все файлы с названием наших российских клубов и, переходя в расширенные настройки, выставляем галочки напротив двух пунктов. Тем самым вы установите не только графику для наших клубов, а именно спонсоров, комплекты форм, но и фейсы для наших игроков. После этого отдельно устанавливаете файл под названием The Icons, также выставив две галочки в расширенных настройках. После этого у вас появится команда с игроками из серии Iconic Moment, и среди них вы найдете наших легенд. Этих самых легенд можно добавить и в карьеру. Для этого создаем копию базы во вкладке «Созданные игроки» и переходим в карьеру. Уже там выбираем вкладку «Другие» и находим наших легенд среди остальных игроков. Только примите к сведению, что из-за больших рейтингов за них придется нехило так заплатить.
Также должен сообщить, чтобы установить этот патч, вам необходимо снести прошлый. Либо же вы можете попробовать установить этот патч на первую версию, предварительно выбрав пункт «Перезаписать файлы с одинаковым названием». Но все же я бы порекомендовал вам снести все патчи, установить какую-нибудь основу наподобие PES Universe и уже на него установить вторую версию. Искренне надеюсь, что проделанная работа вам вполне понравится, и с ее помощью в RPL станет играть чуть интереснее. Напоминаю, что патч абсолютно бесплатный, и наилучшая благодарность за проделанную работу – это ваши лайки и комментарии. В описании я также оставлю ссылку на донат, если вы захотите отблагодарить подобным способом, но это вовсе не обязательно. Свои отзывы о патче можете писать в комментариях под этим видео, либо же на сайте psrus.ru. Все читается, и любая конструктивная критика принимается во внимание. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и прочие активности. Всем удачи и до скорой встречи, друзья!